Россия сегодня без медалей. Итоги дня в Пекине. В четверг, 10 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграли 8 комплектов медалей. Первыми в борьбу за медали вступили сноубордистки. В дисциплине «Half-Pipe» первенствовала американка Хлоя Ким. Серебро завоевала испанка Керольд Кестельет. Бронзовым призером стала японка Сена Томита. Женская сборная России по керлингу со счетом 3-9 уступила команде Соединенных Штатов Америки в своем первом матче группового этапа. Мужская сборная России победила Китай со счетом 7-4 в своем матче групповой стадии. Американский фигурист Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сема Уно. Чемпион игр в Сочи и Пхенчхане Юдзури Ханю остался без медали, заняв 4-е место. Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший 8-е место. Марк Кондратюк завершил соревнования на 15-м месте, Андрей Мазалев стал 19-м. По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 11 медалей. 2 золотых и 3 серебряных, 6 бронзовых. Напомню, что Россия выступает не под своим флагом, а под олимпийским флагом.